Знак зодиака Лев. Вот мы и дошли до моего зодиакального зверя. Что тут сказать, львы – это энергия. Эта энергия бушует, эти люди все время испытывают тягу к познанию, интересному и какому-то развитию. Львы общительные, амбициозные и часто находят нетривиальные выходы из сложных ситуаций. Но мы очень обидчивы и ревнивы, если нас погладить против шерсти. Или же усомниться в наших талантах. В живописи наше отображение, отображение нашего характера, я бы, конечно, ассоциировала с творчеством Марка Ротко. Поэтому я предлагаю поставить его работы нам на заставку и окружить себя глубокомысленным буйством его красок. Я предлагаю выбрать нам работу «Белый центр» 1950 года.